муж прислал жене фото с вопросом «можно я заберу его домой?». Нередко супругам приходится долго уговаривать свою вторую половинку на что-то, вести целую информационную войну с маневрами, потому что мнения не во всем сходятся. Но наша редакция знает и прямо противоположный пример, которыми хочет поделиться с вами. Некий мужчина заметил на парковке что-то странное, а спустя несколько минут его супруга получила фотографию со смартфона с одним единственным вопросом. И она признается, что просто не могла ответить иначе. Мама-кошка исчезла в неизвестном направлении, и на шумной, грязной дороге искать ее смысла не было. Котенок тоже выглядел непрезентабельно, поэтому муж решил подстраховаться и прямо спросил жену. Он написал мне «могу я принести его домой?». Я посмотрела на эту несчастную мордочку и поняла, что не могу ответить «нет». Отмытая и накормленная мордочка превратилась из несчастной в сонную и счастливую. Визит к ветеринару показал, что эта кошечка 4-5 недель от роду. Ей очень повезло не получить серьезных травм, поэтому оставалось только сделать курс прививок и купить лоток плюс игрушки. Нового члена семьи назвали Аксель, и она быстро сдружилась со старым котом и собакой. Аксель помнит добро и старается быть уютной, отзывчивой и любвеобильной. Всегда проверяйте, кто мог притаиться под колесом. И не проходите мимо тех, кому нужна ваша помощь.